Мы в тройке лидеров. Телеканал «Девятка ТВ» стал финалистом конкурса «ТЭФИ-регион-2022». Церемония прошла в четверг вечером в городе Черкесске, столице Карачаево-Черкесской республики. Конкурс проводится по 18 номинациям, которые делятся на два тематических направления – информационное телевещание и просветительское и развлекательное телевещание. Наши новости стали финалистами сразу в двух номинациях. Итоги с Дмитрием Жутарчуком претендуют на победу в категории еженедельная информационная аналитическая программа. Бюро новостей «Давеча» в направлении ежедневная информационная программа для городов с населением от 300 тысяч до миллиона. Всего в этом году за престижную премию борются более 100 телевизионных журналистов из разных городов России. На конкурсе представлена 501 работа. Я хочу отметить, что в наших номинациях всегда подается очень много работ. Конкуренты сильные, талантливые, и тем ценнее эта победа. Финал ТЭФИ «Регион» пройдет в Санкт-Петербурге 25 ноября. И я очень надеюсь, что в этом году нам наконец-то удастся забрать статуэтки Орфея. Будем ждать победы.